Видите, друзья, он не верит, что, не верю. Что чистик может помыть вот это все без химии. Хорошо, Гриша, скажи мне, пожалуйста, ну кто только что мыл посуду? Девушка с Одессы. А чем девушка с Одессы мыла посуду? Я могу сказать в первую очередь, чем она не мыла. Ни фейри, ни что-то у нас еще там местное продается. Никакой ни соды, никакой химии. Ага, а чем она мыла? Она сказала, что это называется не тряпочка, а чистик. Правильно. Смотрите, как уже поднаторела. Да. Хорошо, а теперь скажи мне, посуда чистая? Она, ну, не только на вид чистая. Она самая главная, у меня самый большой критерий – это мой палец. Ага. И он это не скользит, а застревает на стекле, значит, и на фарфоре. Значит, жира на этом нет. Хорошо. Вот. Скажи, а захочешь в следующий раз самому попробовать? Ну, под чутким руководством, с удовольствием, как говорится. Все, тогда договорились. Спасибо.